Пьяная стрельба и снайпер со зрением минус 7. О реальном состоянии армии в так называемой ДНР говорят перехваченные разговоры оккупантов с родными. Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило телефонный разговор одного из ДНРовцев. Собеседнице он рассказал о 19-летнем снайпере с проблемным зрением минус 7. В окоп, где была его позиция, прилетел снаряд. О настоящих обстоятельствах произошедшего его командование решило умолчать, тем самым лишив его родственников компенсации. Эти же командиры, исходя из разговора, устраивают пьяную стрельбу по своим. А сегодня информация. Наши чудные суперкомандиры, естественно, под синим змеем, пошли, решили пострелять. И в сторону связистов. Пацаны говорят, я вот успел плечи, слышу над головой, как летал. Кинули гранату возле дома, взорвалась осколком по стеклу, ну там по стене по стеклу, взорвалась возле БК. Командиры.